понял, как встал. Мне просто, бля, либо... А меня справа? А? Меня справа? Нет, ну мы сейчас встали, просто я... Типа, и давай вот туда, прямо вот так. Я просто снимаю, сейчас снимаю. Сейчас проделим, пожалуйста. Я, в принципе, могу все дернуть, даже пленку сейчас сместится. Давай, кричалка, с той стороны надо стрелять. Как подлезть? Дверь. Ты сюда лежишь, понятно? Желательно, где рессора, вот там цеплять мост. А зачем? Мы мост обнимем нормально. Тут я такого усилия рвать ничего не надо. Согнет. Нет, мы сейчас посмотрим. Они да, вот да, да, да. Они вот так ставят. Да, да, да. Вот так. Thank you.
он. А вот да, вот тут тоже. Жопой. А когда квадратом мы их будем бить, он их не будет пытаться поверху. Ну он загибать будет. Он будет загибать и прям похоже его. Надо думать. И плюс тут тоже выворачивает жопу, это не как перед. Да, вот это перед такая. Тут-то, собственно, вот там и что. Хотя вот здесь такая... Вот это вот прям... Это надо. Это такая... Не, она за жопу возьмется. Она за жопу. И там, где кабина, ну, ребят, значит, идти придется зовить. Да. Пойдем, сюда, пойдем тогда. Посмотрим, если разворот туда. Да и надо удлинять. Так удобнее крюком взять. А? Удобнее крюком взять. Я и так Привет. Вот еще в одну. Еще на одну надо было. Проблемы с забором. Если проглядим туда. Вот
Тихо, тихо. Нужно нарезку уже делать. Да, 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 он и сделает, я думаю. Отпускай Эдуарда! Еще на автомате. Да. А если вот этот крюк ты сдвинешь назад? Да. Да. Да что ты вообще? Привет. Все, ручник ставьте. Ручник. Так, что, туда поедем? Тормозит? Да. Вот сейчас пойдет. Не, я думаю, что пройдет, но пусть тоже посмотрит. Я, блин, сосед давно предлагал. Ну ладно. Он уже сломан. Он пойдет сейчас, туда пойдет. Можно его, конечно, вот заломать сюда. На дерево не смотри. Нет, ломать сюда. Главное, чтобы выше. Поставь прямо пока, туда чуть-чуть. Вот я ему искал прямо и... Вот, все, Димон, вот сюда доходим. Сюда доходим, резко он не уйдет, у него плохо уйдет. Вот сюда доходим, и он выравнивается в эту шкалею пока, чтобы не спать чуть-чуть.
Понял? Не стоит. Все, он там приехал. Все, не докрутил? Ну. Я знаю, у нас катушка тоже не может так разматываться, как вертолет. Давай еще раз, заходи.
Зайтановна, поехали! Чуть-чуть осталось. Смотри, какой подъем впереди нас ждет. Там и столбов дальше. Пока там оставлял, у меня слева стоит. Езжу!